Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас на странице 48 мы выполним задание под номером 6. Во время похода ребята пошли из школы сначала на северо-восток, затем на север, затем на восток и дошли до домика лесника. Вот схема их пути. Так, давайте посмотрим. Ребята шли из школы на северо-восток. Это обозначено стрелкой. Затем они пошли на север. А затем повернули на восток и дошли до домика лесника. Подумай, как будет меняться направление движения ребят на обратном пути. Составь схему обратного пути. Но если в конце пути ребята шли на восток, то сначала они должны будут идти на запад. Затем, если ребята шли на север, то теперь они должны будут пойти на юг. Ну и если из школы ребята выходили на северо-восток, то теперь должны идти в обратном направлении. Вместо севера – юг, а вместо востока – запад. То есть на юго-запад. Итак, запад, юг и юго-запад. Вот таким должен быть направление движения ребят на обратном пути. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.